Последние клетки мозга дохнут. Last brain cell dead noises. Такой как толчок, знаешь. Точковый этот сортир. О, смотри, из компьютеров сделано. Cyber Train. О, уже толкать кого-то хочет. Масленок. Картошку взял свою любимую. Сейчас картошка, знаешь, как на Пасху. У кого яйца крепкие, картошка крепче. Смотри, загрузка матрицы. Кожаный клянер. Из кого-то пиджак сделал. Даже акцент слабее стал. Несмотря на то, что обратиться к природной медицине. Кто за пивом? За мной. Рикошет! Понимаешь, этот санаторий просто прикрытие. Шиндовс. Кибершок. Да. Буквально. Кибербаг. Что происходит? Да. Слушай, хуякс? Мутабол что-то хочет. Меня проткнули. В головогрудь целься. Я бывший учитель труда. Я тебя расчленю. Возьми Фримена. Возьми. Так вот откуда сыр добывают. Это шахты по добыванию сыра. Месторождение сыра. Я главврачу, пожалуй. Тебе вообще за руль пускать нельзя. Да, мне вообще за руль пускать нельзя. Но тем не менее, прокатимся. Ты шуешь, сука, синий, куда тебя за руль пускать? Эй, ты где там? Заблудился? Похоже на диалоги в Обливионе. Открывай рот! Папа, пари! Святого петушиного льва, блядь. Петушиный, сука, ты же у нас тут изобретатель. Терминал всяких теплых космосов не присутствует. Три петушиных льва, ты вроде ж два было. С почкованием размножаются. Неправильно, дядя Фёдор, ты расслужаешься. Хорошо. Жуки орут, пиздец. Как будто не у себя дома. Ладно, пошли туда. Классный револьвер. Паровой такой револьвер. Давай, запускай Windows. Ничего не видно, крики все с ума сходят. По-моему, в Вьетнаме было легче. Включил фонарик, сразу поехал. Вы свое в вагоне. В вагоне? С комментариев пошло. In this case, we remind the player about using valves to turn off steam or relaxing. Okay. Его там партикул в руке светится, пиздец. Двигай, Гордон. А, я только теперь понял, почему видели про Мосман в Ренепушке, блядь. Нет, спрайты видеются в Мосман. Да. Где вы там Мосман увидели текстуры с Ренепушки? Давай, ломай, ломай, ты ж миллионер, купим еще. Что? И каждому охота сделать в жизни. Что сделать в жизни, сука? Просто кирдык. Здесь нельзя стоять. Все это очень странно. Смотри, опять какой-то ебасос там на мониторе. Рви ему крышу! Окей, уже. Прости, бать. Магнусян, не трогай шарика. Лучше бы у тебя рука не дрогнула. Полундра! Там главный сервер. В ракете? Не неси чушь, ты даже в обезьяннике не был. А я уже сам не рад, что связался с Будулаем и Ламером. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Установлен парктроник. А это что за лампы? Слушай, нажми, а? Блять! При чьем попустительстве он стал таким? Рикошет такой. Ну что, возвращаемся, нет? Сногсшибательно! И лифты не ломаются, самое интересное. Ай, хорошо! Декаль этого говна прям такая на палочке. Эй, чувак! Голубь асфальтный. Мне нравится, как окна поставил. Такие фэнси-фэнси окна. Ну, а началось. Анхи пошел точку невозврата. Начал дудеть в дуду. Ну чё? Я штрикнул. Сэм. Комментарий разработчика.
Даже два комментария. Два комментария, один игрок. Вот, великая дверь из ковра. Я вспомнил. Бобруйский бордель. Давай. Все, сука, на лампах. Урбана зажали. Болтуете. Нам бы поспешить. Слышь, у тебя шнурок развязался. Тебе шнурок развязался. Костная эта, блин, текстура воды, офигеть. Ртуть, да. Тут. Можно пить не грамма радиации. Что-то машина нестабильно работает, что-то троит немножко. Трехногие зебры. Нахер. Не трогай это новинку. Краснокнижные трехногие зебры. Давай повернись, чтобы я тебя сфотографировал на фоне чемодана. О, красиво, прямо от души. Бля, пиздец. Классный компьютер. Игры интересные. Вот пиздота-то, а? Папа, пошла. Жидомасоны. Ёбаный насос, Жора, где ты был? Сломай стол. Фасолину включили, пивососом. Сырные камни. Моцарелла, что ли? Как вы припарковали машину, блядь, на сонке? Ой-ой. Ну, это я... Забивает цемент в задницу. Забивает цемент в задницу. Что ты мне? Вы разворошили это гнездо. Да. Они хотят запустить... Ага, получилось. Хотят запустить. Ага, получилось. Долбчёлки. На, сырная бочка. Сейчас весь сыр с неё выкачает, смотри. Да. Вот этого мало. Наше место здесь. Я еще один квест выполнил. This crashed advisor pod is a bit of storytelling embedded in the lands. Прости, что мы пришли так поздно, папа. Точно линчи какие-то фильмы, нихуя непонятно, но супер интересно. А это мы с Жорой. Вперед. Вперед. Ага. Ага. Он использует мою девочку. Надо подать питание, чтобы передатчик заработал. Белая залупина. Гидроцефала. Осторожно. Блин, сколько у этого чувака из ББ? Что он отвечает пиздец, на каждой стене прям его ебасос. Подними мусор. Прости, Гордон, здесь плохо пахнет. Здесь плохо пахнет. Прости, Гордон, прости, Гордон. Есть какая-то связь между этими событиями, мне же интересно. Глава СББ наш любимый, он за все, сука, отвечает. Ладно, баллотируйся с президентом. Пиздец, Обама заебав. Воздух испортил, да, блядь. Это дизельный робот бурчит. Сука, фу, подстрою. Смотри, колеса из мрамора сделаны, охуенно по-богатому. Сак! Сас Алекс. Какой-то цингой забрел. Киберцинга. Все, кранты. Все, кранты. Интересно. Навальный этого добивался. Я ему яйцевод отстрелил. Мордоворот отвоевался. Мордоворот отвоевался. Барабаны решили. Свободу пусирают. Может просто кабель перерезать. Держи патроны. Нам я не буду популярно разжевывать, что тебе нужно делать. Сам догадаешься. У нас мало времени, так что пошли попрактикуемся. Ржавая сырная дверь. О, кожаный тоже, смотри. Какой-то клуб каннибалов. Это что, мордоворот и бля, фасоль прилетела. Бетон закатывает. Одна трещина в черепе. Что ты делаешь, что где трещина вон у тебя появилась? Плавит самых лучших. Вот это у тебя топ-контент будет на канале. Манки плавают, что ж на трубе начало играть. Ой, какое? Постирать икру. Бля. Шо шоу и упал. Так тебе надо. Лифт чересчур мал. Лифт чересчур. Ой, хуй, чересчур мал. Я не могу поддерживать лифт. Гордон, я не могу. Гордон, лифт. Гордон, лифт. Сырный. Вот там кусочек сверху. Давай, давай, давай. Это же, это не табло сломали.
что времена-то пошли? Его бы постирать не помешало. Ну, один дюйм у нас. Классная маска. Когда мне снится сыр? Я вижу. Сыр еще и бекон будет сниться. Блин, всегда мечтал про сырное дерево. Когда мне снится...